Девочки и мальчики, всем привет! Я только пришла. Только минут 15 тому назад там посидела. Зашла, переобулась. Да этим гавриком полкило шеек купила. Ну, малышок в пролете, пока он живет одну. И так покидала в разные стороны. Это тебе, а это тебе. Ну, малыш, наверное, две съел, он третью зашел с ней, как с грудным ребенком, положил возле себя. Дядя Куся. Девочки, вроде ничего такого не тягаешь, и сегодня почти ничего не купила. Ну, не смогла не купить, мне ничего сегодня не надо. Хоть и еды нема, но ничего мне не надо. Я ничего уже не хочу в этом мире. Только мира, больше ничего. Ну, а не взять, вот уж думаю, пойду загляну, им шеек возьму. Ник, иди сюда. Хоть я уже ничего не дам, но иди сюда, ляжь и лежи. Девочки, сметану Миша брала. Опять не съел, даже не дотронулся. Принесла. А зачем она мне будет стоять? Я так сметану могу там, когда-никогда. Оля, да, Оля любит. Я не... Девочки, а вот это не смогла не взять. Жопы. Вы поняли? Тем более только привезли. А цена мне вообще удивляет. По 29 гривен. Чи 27. Девочки, вот не помню. Или 27 килограмм, или 29. Вот такие куски, где я вот у себя беру. Теперь я взяла Делюкс. Хочу попробовать одно блюдо, но не знаю. Перьев получится или нет. Комедия, девочки. Но я увидела в интернете. Вот эту брехню. Но я сделаю. Девочки, цибули взяла. Так, мелкая. Ну, ничего, взяла на килограмм. И все, девочки, и хлеб. Вот это все мои покупки. Никакие, вы же видите. Никакие. В основном Мишу вот уберу. Сейчас выпадет, тут уже упала. Ой, на нервы все, хай валяется. А тут, девочки, такая красотища. Ну, как не взять? Ну, вот как не взять? Вот как не взять вот это, смотрите. Тут, наверное, полкилограмма одна это. Вы видите? Посмотрите. Гляньте, сколько мяса. Посмотрите, что они с этими жопами творят. И цена. Вот я взяла... Шеек полкило, я ей сказала. Ну, я же не знаю, сколько она взвесила. И вот это на 80 чем-то гривен. Два кулька тяжести. Вот. Красота. Гляньте, прям мясо. Ну, как мыло, да? Я же еще не... Это самое, я в своем уме. Чтобы такое пройти и не взять, да? Я не пойму, что это такое. Дик, не начинай. Ты только что съел 400 грамм шеек. А малыш 100 грамм. Да, девчата, ну класс, скажите. Что угодно вари. Запекти, то вообще вкуснятина. Ну, я не знаю, сегодня буду их делать или не буду. Вчера все ушли пустые, волки. Волку вчера нагрузили. Сашка получил только вчера посылку. Его сын. Ну, вы поняли, за кого я говорю. Гляньте, девочки. Вы гляньте, тут можно отбивных еще наляпать. Гляньте. Вы видите? Посмотрите, какая красота. По 27, по-моему. Это можно вот такой красоты 10 килограмм набрать, в морозилку напхать, да, девчата? На 300 гривен. Целую кучугуру. И хай оно себе лежит, и первое, и второе, и десятое, и компот. Гляньте. Какие эти махины. А самое вкусное мясо это вот тут. Они у тебя корочка, и у тебя грудки особенно. Сейчас руки сполоснул. Вот это все покупки у меня, девочки. Надела ветровку сегодня. А она там подкладка, девочки, знаете какая? Хорошая ветровка. Цвет хороший, голубая, в цветочек. С капюшоном все. На молнии, на пуговичках. И то есть. Вот. Девочки, а подкладка клеенчатая. Вы поняли, какая? Это я в Секи не покупала. Хороший размер, хороший, все классное.
Девочки, я еле ее пришла, стянула. Вот тут еще ничего, бы одета ж была. А руки еле стянула, они прилипли. Вот такое оно жаркое, девчата. Это я не знаю, это только в дождь, наверное, одевать, да? Вот такое. Не знаю я. Мне так жарко. Или только с длинным рукавом что-то одевать. И то не... Вот сейчас вот жарко. Вот я сейчас вот, смотрите, сижу. Выйдешь вот так вот. Одна была сегодня вообще в магазине это. Вообще у меня хоть рука вот такой, а она была вот так как майки, девочки. Сейчас я помою руки. Съешь эту шейку, вот только ты подскочишь, ее сразу не будет. В улице лежишь. Ты знаешь, куда она улетит. Девочки, мяско размораживается. Кушать ничего тут нету. Ничего. Все отдали вчера. Сейчас огляну даже. Пусто, одни яйца, компот. Ой, господи. Яйца и компот. Овощи какие-то есть. Имбирь. Все. Все. Сейчас, девчонки, почищу сейчас цибулю. Сейчас даже не знаю. Попробую, что мне. Вчера луки нагрузили. Борщ весь отдали, рыбу ту. Оля не ела, по-моему, рыбу. Волка немного поела, я тоже, по-моему, два ребрышка вот обрызла. И все. А то... А вчера такого ничего и не было. Мясо что пожарила, мы сразу его теплое поели. Девочки, какое все-таки вкусное, когда свежее мясо. Я им говорю, давайте, не борщ сейчас. Мы понасыпали сразу борща. Я говорю, не борщ, борщ хай остывает, а теплое мясо, пока оно теплое. И мы вот то каждый себе присолил. Вот то самое вкусное, когда сам себе присолил. Мы даже перцем не перебивали вкус. Вот просто соль и мясо. Салат весь поели с помидорами, а его много было. А что еще надо? А борщом уже закусили. Вкуснятина. Вчера девочки подошли к остановке садиться. Ну, они же на трамвае. Пока трамвай ждала, аж с ними стояла, не уходила. Вот. Волка посчитал, сколько секций забора. 12 секций. Прикиньте. 12 секций. Сбил. Ну и вчера я уже узнала, что это... Ну, было, я в Телеграме искала, не нашла эту аварию. Может, пролистала, пропустила. Мне там один сказал сосед, что от милиции текал, от полиции. Те тоже так гонят, что до таких аварий доводят. Вы уже видели номер машины. Ну, хай себе едет, а вы уже пробивайте адрес, вы сразу можете. Чего-то гнать, чтобы вот такое было. Такой лук. Прямо глаза не могу, выедаю. У меня сегодня не было это самое... Wi-Fi дома. С ночи не было. Не оплатили сразу. Я даже и не знала. Телефон у меня работал на этой. На мобильный. У меня же этот мобильный интернет. Ну и Wi-Fi же тоже домой заходишь, включаешь его. Потом, когда Wi-Fi нету, отключаешь его. И только на мобильном работал. Сейчас, девчонки,
Я дома яичницу ела сегодня. На том сале, что Ира мне вчера подарила кусочек. Я же яйца брала. Думала, Миша, я же вам вчера говорила, помните? Что, дай бог, может, съест. Не, пришла. Сметану, сало выложил это. Яйца выложил. Ой, беда-то и все, господи, ладно. Одно и то же каждый день. Картошка в АТБ. Где они вот эту взяли, завезли? Кто им? Наверное, кто-то подарил им. Как можно было закупать вот такую картошку? И торговать ей. Это ужас. Вообще в Варусе всегда лучшие овощи. Девочки, поздравляю всех сегодня. Сергия. Ну, Сергея, я думаю, ударение можно по-любому сделать. Сергия, значит, Сергея. Кто там? Сергея, поздравляю вас. Кто Сергеевны? У меня брат Сергей был. Царство небесное. Сейчас сижу, читаю, что сегодня надо делать, девочки. Сегодня обязательно надо готовить что-то с капусты, которой у меня сегодня нет. То всегда с капусты ляпаю. Каждый день борщ что-нибудь. А то нема капусты, даже шуляшка никакого. А надо делать сегодня все с капусты. Ну, желательно. Желательно сегодня квасить капусту, чтобы дети почистили морковку, потерли. А вот. На капусту. А старики мы, чтоб резали капусту. И все блюда с капустой сегодня надо желательно приготовить. У меня всегда все наоборот. То всегда капусты валом. А еще смотрела на капустинку. Думаю, может хоть взять вот это. Сегодня все равно налегке иду. Взять капустинку. Ну, была такая, чтобы можно было за это самое наквасить. Вот. А потом посмотрю, думаю, там ладно, вот сейчас лука возьму, вот это мясо уже, хлеб, шмеп. Хотя без жопок бы из этих могла обойтись, а девочки, ну, как-то грех не взять, правда? Можно детям взять что-то получше, а нам и такое сойдет. Так, во-первых, я такое люблю. Я думаю, это все любят. Я их в духовке забацаю, это и все. А сейчас попробую макароны сделать. Ой, девочки. Сейчас будем долбешиться. Правда это или брехня? Но я взяла перья эти. Но у меня же еще и вчерашние трубочки есть у тебя. Что я вчера покупала вот там. Ну, посмотрю сейчас. Брехню. Ой, девочки. Последняя цибуина. Чи предпоследняя. Девочки, я в настроении, чтобы никто не подумал, что я... Все нормально. Утром встала, закрыла сегодня окно с утра. Вчера не закрывала, пришла. Настя же была в кухне. В спальне же я закрываю и так. И в жару, чтобы меньше было слышно, вы знаете, что. Если вдруг. Вот. А утром вышла сегодня кофе цепить. А, ну так, ветерок, прохладненько. Так я потом уже, когда уже яичницу съела, все перемыла. Думаю, ну что, закрывать окно. Ну, на проветривание, чтобы только было теперь. Ну, взяла. Чтобы его закрыть, его же надо было сначала помыть. Я его сполоснула. Все свои те, что у меня там стоит. Разная фиговина. Понаставляешь, а потом вытираешь это, все моешь. Ну, а без этого тоже, да, что делать больницу, чи кабинеты какие-то, в кабинетах и то.
Зараза, как противно. Ну, блядь, твою мать. Прям глаза вылазят. Это. Все поперемывала на окне. Машинку целую настирала. Вот это все, что приношу. Вот эти вещи свои. Что переодеваюсь. Все, целую машинку насобирала уже. Ну, наверное, уже не буду таскать. То уже летнее было. Все перестирала. Вот. Да и все. Больше ничего. Хотела пропылесосить, но да ну в баню все. Это пылесосенье. Кому оно все надо? Эти пылесосенье. Ну, все, как всегда, в 12 вышло. Поехала туда к Варусу, к своему. В общем, короче. Девочки, сейчас я мясо перекручу. Мясорубка. Слава богу, на месте. Сейчас, девочки. Ай, мамы. Ой, сейчас будем с ума сходить с вами. Девочки, перемолола я все мяско, что у меня было. И то, что у меня было. Вот то, что я покупала в субботу. Помните? Я думаю, помните. Оно не гуляш было, поджарка свиная. И вчерашний кусочек ошейка. Вот оно все. Без ничего, без всяких еще приправ. Ну, только лук. И все. Ждите. А то у тебя глаза. Гляньте. Даже я закручиваю, не кто-то. Готовьте, девочки. Я не шучу. Не шутки. В сторону. Там много, наверное, да? Угу. Хватит. Мне самой, девочки. Смешно. Ой, такой фарш хороший, девчата. Вот тут вчерашняя это, ошеек. Там хорошо. Ну, вы же видели, сколько. Половина, кусок. И... это. И та свининка. Что то хорошее, что то золото. Фарш. Фарш золотой. Только сильно холодный. Ничего, зато перекрутился. Так хорошо, когда немножко подмороженный. А он там чуть-чуть был. Прихваченный. Сейчас, девочки, делаем... блюдо, чудо-юдо. О, комедия. Я еще вчера хотела, но передумала. Думаю, ладно, сегодня у меня гости. Пойдет и борщ, и по кусочку мяса. Сейчас, девочки. Ледяной какой. Так, все, хватит. Девочки, одно мяско. Золото, а не фарш. Так. Ой, бляха-муха. Ой-ой-ой-ой. Мама, баба, клопот. Сейчас буду думать. Я придумаю. Они там кулечки вырезали, дырочки. Я сейчас что-то придумаю. Смотря куда я решу запихать. Так, что у меня тут есть? Ага. Трубочка соломенная. Хрусталик есть. Трубочка соломенная. Нет, не пойдет. А от ручки. Ручка тут, наверное, уже заклякшая. Не раскрутится никогда в жизни. Ой, там у меня трюфельное масло. Надо его скушать, потому что так и останется. Так. Ну, в эти трубы я согласна, в эти трубы. А мне ж хочется и перьев.
А даже в трубы. Чего бы я могла вот придумать? Что у меня такое есть? Где-то шприцы есть вот эти кулинарные. А я что, буду их искать? Больше мне делать нечего. Потратить сейчас полдня времени на поиски. Так. Девочки, ищем, ищем приспособление. Девочки, у меня орех вот этот черный стоит. Вот он зеленый. Гляньте. Уже можно кушать начинать. Девчата, вот тот, что крутила. Зеленый. Две баночки он стоит. Бантики есть. Кантики. А это что? Ракушки есть. А это что? Пшеничная крупа. Не надо. Тут и сухари, и что только тут нету у меня. Ракушки есть. Ну, возьму пока и ракушки. Мне нечем. Я не могу придумать. Чем работать, девочки? Палочками китайскими, чи японскими. Сейчас попробую палочками. О, мне надо сразу посудину взять. В чем? А где? О, вот в этой сковородке. Девочки, налью на дно маслечко. Вот так вот. Это я от себя налила маслечко. А что мне, на сухую сковородку ложить? Девочки, внимание. Продувание. Ой. Хочется ж перья у тебя. Вот эти перья хочется. А перья сильно узкие, я думаю. Не, перья у меня не получится никогда. Ну, я распечатаю. Я лично не могу представить, чем. Я кулечкам не верю. Один там показывает этот, скажите. Под майонеза или из-под кетчупа, что закручивается. Отрезал дно, туда фарша напхал, а самым вот этим выдавливал. Вы поняли? Ну, где закручивается. Придавливал этот пакет сам. Но я не хочу. У меня, во-первых, нет такого, и я не хочу. Сейчас я попробую перо. Да, это перо. Это долботня такая будет палочкой. Не, девочки, тут и палочка не влезет. Надо трубы. Ну, а трубы и дурак сделает. Я же хотела перья вот эти итальянские. Девочки, макароны по-флотски, по-новому. А ну сюда. Ну сюда пролезет, девочки. И то я не знаю, какими надо. Наверное, лучше этими. А руками вы что? Тут сейчас такое будет. Я не знаю, что делать. Да это я буду палочками этими, знаете, сколько начинять. Как раз до 12 ночи. Девочки, тишина. Ну так это одну штучку я буду сколько? Не подходит палочками. Оля, такого еще, наверное, в интернете не видела. Не дошла до такого, чтобы остановиться, посмотреть. Я ж люблю все начиненное. Ну, начинила, девочки. Так это ж сильно долго. Сейчас я гляну, что у меня там в холодильнике. С приправами. С пакетными.
Вон здесь отмыла бутылка. Нажимать. О, как раз вот то было бы неплохо. Так. Оно не пало. У меня... А, есть у меня пекельная горчица такая. И есть простая горчица. А ну-ка, что тут за шипздик? Это шипздик сюда и не влезет. А ну-ка. Вот, от горчицы у меня. Не, чепухня. Оно сильно широкое. У него же там трубы были такие, что можно и ложкой начинять, наверное, макароны эти. А что же у меня? Так, что это за кулечек тут? А с чем он? Ой, девочки. Вот у меня какой есть кулечек. Вот эти, знаете, кулечки. Ну что, взять здесь, сделать дырочку на сюда фарша и вот так повыдавливать. Сейчас, девочки, сделаю дырочку. Кулечек только переведу. А где этот целлофанчик? У фарш не упал? О! А, вот он. Я думала уже, у фарш залетел. С кулечками будем кушать. Так, девочки, поперли фарш сюда. Еще. Сейчас, девочки, как налажу конвейер, буду продавать поштучно, как чебуреки буду продавать. Ой, блин, где эта дырочка? Вот она. Может, тут фарш надо разбавить водой или чем-нибудь. Ой, сейчас я кулечек засыру. Ай, блядь. Сейчас будет вылазить со всех и через пальцы и кругом. Так, а ну-ка. Девочки, оно. Ой, это мне колотнеча. Гляньте. Ой, девчата. Вылазит, но мне аж не хватает, девочки, воздуха. Надо было фарш два раза перекрутить. Это такое только детям готовить. Маленьким. Да и большим тоже им интересно будет. Вот у мамка. Золотые ручки. Сонька золотая ручка. О. А тут будет маловато. Да ладно, сейчас. Ой, комедию я делаю. Что-то оно у меня тут сбилось с пантелыку. Ну, представляете? О. Вот это, девочки, будут макароны по-флотски. А оно как повылетает, не дай бог. Ой. Девочки, вы будете такое делать? Я думаю, да. Вам тоже захочется порадовать своих родных. Девочки, хоть внукам сделайте, им будет интересно это кушать.
какой она, интересно, будет на вкус. Тут у меня только лук и перец, девочки, с приправ. Он как неч. Оля никогда такое не делала в жизни. Хоть бы глаза косыми не стали. Бо еще косоглазие сейчас будет. Так придивляюсь внимательно. Если бы какая-то длиннее было что-то. Такое, знаете, сильно короткое. Целлофан. Он туда не влазит, если бы какой-то пыптик был. Сейчас и отсюда повылазит. Сильно узенькие. О, этот быстренько залетел. Ой, их же так много, девчата. Если бы оно влазило туда всю. Девочки, минута молчания. Вот интересно, когда оно сварится, что оно будет. Ой, как повылазит вот это все мое. Кинокомедия. Попеть надо. И петь не хочется. Девочки, и петь не хочется, и дышать не хочется. И сопеть не хочется. А тут уже, гляньте, была. О! Я ж сказала. Я ж сказала, что сейчас отсюда повылазит. Это начало было ничего, а сейчас... Я как разойдусь, а то будет тут вся хата в фарше. Ой. Ой. Вот если бы оно было какое-то вот такое, вы поняли? Узенькое какое-то. Чтоб сразу так шарах. Вот шарах. И там. А сложила, оно не выдавливается, вы поняли? О. Уже наморилась. Хорошо, что собаки спят. Ой, девочки. Ой, девочки, мыли мои девчата. Этот быстро пролетел, как фанера над Парижем. Девочки, надо поменьше набирать в кулек. Вы поняли мясо?
Оно тогда удобнее выдавливает. Лучше лишний раз. Это я так думаю. Сейчас я решу. Сейчас я решу. То, что палочка нужна, то нужна. Подпихать. И лишнее убирать. Что только люди не придумают. А хочется ж повторить. Ну, я сейчас гляну, девочки. Аллейка не подойдет? Она аллейка большая. Да? А где? А там. Лейка, наверное, точно будет большая. О, да. Лейка, конечно, вышел. Ну и все, больше у меня такого ничего нету. Нема, ничего не могу придумать. Бо вышел, это будет сильно большая колотнеча. Девочки и мальчики. И люди добрые, и люди злые. О! Ой, тетя Люда, и лейку полила, девочки, делала струю для фарша. Один кулечек, видите меня, насквозь, сюда, в мусор. Второй кулечек, в мусор. Ой, ой. Это в рот надо набирать фарша и брать трубочку какую-то выдувать, какую-то стеклянную. Девочки, как хотите. О, горчица уходит. О, рецептуре. Девочки, все-таки я и дырочку сделала в пробочке, гляньте. Видите мой глаз через дырочку? Вот. Ой, чуть-чуть выдавливалась. Ой, я уже сняла только что пробочку. У меня уже глаза, девочки, у меня уже слепенькие глаза стали. Это, так, это я, девочки, это ювелирная работа такая? Или трубы надо брать газовые, чтоб по лодикам запихалось туда? Они вот эти, они вот эти дрочиловки. Девочки, ой, ой, мне надо уже записывать куда-нибудь. Ой, ой. Ой, девочки, судороги сводят и плечи, и глаза, и брови, и ресницы. Ой, я не знаю, что я вот это делаю. Это очень дорого стоит. Поштучно. Только поштучно. Поштучно продавать. Никак не попорционно. Поштучно. 25 гривен штучка. Надо кран какой-то придумывать, чтобы фаршировать, чтобы подставил какую-то воду, где очиститель. Вот у кран бы хороший был, и струя хорошая. Ой, девочки. Я уже, бляха,
уже котлет нажарила, уже поели и заново пожарила. Ой, девочки. А теперь, девочки, знаете, я только что смотрела на них, глаза вылупила, чайник он ставила кипятить. Думаю, кипятком же надо залить. Вспомнила. Ой, огонь надо хоть сделать. Ой, девочки, действительно сердце судорога свело. От старания. Никто бы это, наверное, не делал. Умные, конечно, возьмут макароны, как пол-литровая бутылка дырки. И шпарят. А тут я вот это взяла, вот такое. Ой. Господи. Ой. Конца и края не видно. А теперь я думаю, только что, девочки, глаза вылупила. Видите, оно назад вылазит. Это... А если они сейчас сварятся, они же станут же шире. И фарш этот весь повылазит. А я вот это столько долбалово делаю, сижу. А оно так и будет. Или я не пойму, какой будет результат моего рукоблудия. Я уже горчицу вывалила в умывальник, она теперь не смывается там. С чего она сделана? Я воду было открутила, оставила. Сижу, долбу, думаю, пойду воду закручу. Подхожу, горчица как была, так и есть, блядь, чего она сделана? Я думала, ее ж смоет сейчас. Она вон на месте вся стоит, теперь буду сейчас ее выворачивать непонятно. Куда? Она горчица еще и намокла. Какое же я блюдо готовлю. Ой, девочки. Хорошо, что жары нема. Я сколько делаю, столько малыш спит, храпака дает, лежит на шейке куриной. Сладенько ему, как спиц. Ади где-то мотается по двору. Гавкает. Ой, девочки, со всех дырок вылазит. И отсюда, и оттуда. Эх. Не сам бы не ел. И другому. Не советую. Гляньте. Тут уже нема, тут кукушка вылазит. Палочки все падала и вновь подымалась. Ой, девочки. Ну, я сделаю до конца, не я буду. Ну, это на мои нервы, другой бы уже плюнул. Ей-богу. Или надо, или придумать надо с чего, чтобы так клац. Ну так я ж знаю, камелоничи, как они то называются. Ну то и дурак забацает, там руками фаршируется, как перец. А вот тут это, а я еще и перья взяла, еще тоньше взяла. Шприц, со шприца, мне кажется, оно тоже выдавливаться не будет. С этого, с медицинского, с пятерки, или какой там кубовый. Пятикубовый самый большой, или какой есть еще. Я не знаю, у меня его тут нету. Если был бы, я бы уже и шприцы, тут бы все в ход пошло. Будет назад все вылазить. Может, фарш реже надо было сделать. Так нафига, водичка. Ну и так, а так оно, хоть, а так, что реже фарш, оно и нема в макаронах, когда будет вариться. Тут и так переживаю, чтоб что-то хоть осталось. Ой, девочки, немало баба клопоту. Купила порося. О, сирены давно не было. Улупили.
Давно сирены не было, скучили. Делать нечего. В наше время так жить, такое творить. О! На уши не натянешь. Как они будут вариться, мне интересно. Мясо все повылазит с макарон. И я тогда в огороде буду сидеть. В траве, вот там, в сухой, в пюрепьяках. Забегу и буду сидеть, Олю ждать там. Со сковородкой. Девочка, некогда на вас и глянуть в гору. Некогда и в гору глянуть. Ой, Людмила Петровна. Пока сделаешь, столько передумаешь. Но петь не хочется. И стихи не хочется читать. Есенина. Уже хватит. Скажите, котлет бы уже или тефтель наделала, или по-флотски, да, просто пережарила с луком. Нет. Я попробую, чтоб делают и советы дают. Я попробую. Сейчас посмотрим все. Как оно сварится. То, что на вкус будет нормально, а что тут плохого? Хорошие макароны и хороший фарш. За вкус я не спорю. Что хорошее сюда все уложено. А вот это колотнече. В следующий раз подумаешь, буду делать, чи нет. О, отсюда уже вылазит свет. Падала, падала и вновь подымала. Дик, что ты меня так спугал? Ой, блядь. Ой, девочки. Наверное, хватит. Мне уже нет терпения.
Представляете, сколько я долбуся? Уверена, вы это делать не будете. А может быть, есть такая, как я, усидчивая, не психованная. Оля точно делать такое не будет. Оля любит все попроще. Пить, мыть, туды-сюды, готово. То я всю жизнь люблю эксперименты какие-то делать. Кого-то удивлять люблю. Правда, вот удивлять люблю. Я люблю смотреть реакцию лица, глаз. Послушать, что люди будут говорить. А я знаю, что... что я такое делать не буду. Ну, будете. Внукам сделайте. Ладно, уже детворение делайте, они взрослые. Хотя им тоже будет приятно, что мама так постаралась. Так потом будут дети, внуки ваши, мозги детям колупать. Сделай то, что бабушка сделала. Посылайте ко мне, я буду делать. Так. Какого отсюда вылазить? Крепко ж держу вроде бы. Сила ж есть, ума не надо. Девочки, интересно, что оно получится, как сварится. Не дай бог, оно все повылазит, будет отдельно макароны и это. Ой! Я вот это столько проколошматилась. Тысячу этих поменяла, насадок разных. Даже лейку полила, девочки, потом... Немножко, правда, схватилась пальцами, оно ж мягкое стало вот это. Хотела сделать узенькую дудочку. Узенькую дудочку, девочки. А оно не получилось. Думаю, сейчас в лейку буду запихать, и как пойдет дело, только успевай макароны доставать. Девочки, вот это последнее. Там еще осталось, он жменька. Не хочу. Не хочу. Меня аж морозит уже. Меня аж морозит. В животе уже бурчит. Кушать хочет. Ну, кушать, кушать. А что я утром как поела уже? О, пора уже на букву С, а мы еще не ели. Вот это последнюю сейчас выдавливаю. Видите, оно уже сюда поперло. Блять, все. Девочки, у меня нет больше аппетита делать это. Это надо какие-то насадки придумывать. Я не знаю, какие.
сейчас руки помою. Я смехом жить, я голос пропал. А тут девочки ковелок, ковелок горчицы в умывальнике. А с чего она сделана, что она не смывается? Девочки, а я не пойму, с чего она сделана. Она как камень лежит. Выдавила то, что надо, лежит как камень. Ой, девочки, вот осталась тут жменька. Я просто уже, мне нет у меня терпения. Вы верите? Я думаю, верите. Вот я сколько сделала этой дуристики. Это сюда. Мне плохо. Фу. Что мне сделать? Посолить? Мне же надо, чтобы вода как-то подсоленная была. Ой, блядь. Ну так я столько промудохалась. У меня аж потерпли руки и ноги. Девочки, заливаю кипятком. И сейчас оно как повылазит, все. Ой, девчата, сейчас как закипит и будет. Я уже представляю, что. Лаврового листа кину. Ой, девочки, мне немножечко дурно. Чтобы вы знали. Лаврового листа. Что мне еще сюда кинуть? Ой. Сметаны кинуть. Помидоров соленых, девочки. Что мне сюда кинуть? Соленых помидоров. Пару штук, да, колбасить. Девочки, положу сметаны, ложку. Перемешаю вот это все, бред этот. Девочки, перемешала. Ой, куды, сюды. Ставлю на огниво. А огниво потушено. Включаю огниво, где спички? А вот они, бо я тут эту, девочки, полила лейку. И спички зафутболила в другую сторону. Так, девочки, ну все. Паприки копченые, девочки, под футболю немножко. Чтоб для цвета. Томатной пасты у меня нету. Все, девочки. Паприки и куркумы. Что поборить, желтое или красное? Помешаю. Девочки, срач, вот у нее. Все, если делать, надо специальную приспособление. Все, девочки. Амба. Амба. Сейчас я буду убирать. И эти открыла, и эти тут. И этих осталось жменька. Ой. Ой. Я сейчас кулек хоть положу, чтобы они не просыпались, а к черту. Ой, девочки. Ой, девочки. Мне аж зашпоры. Мне аж... Я как вырвалась, знаете, не знаю откуда вас. Заточение откуда-то. Ой, это ж надо столько продолбаться. Боже мой. Кто меня умной назовет? Девочки, пролетел. Рецепт. А, крупный ей дурак запхнет. Да, вот те камелони, те канелони. То и дурак забацает. А вот это забацать. Девчонки, пока. Я сейчас сойду с ума.